Так, итак, короче. Кручу. Воу. Стыковочная цепь уже близко. Вам осталось пройти мимо охранников. Они не знают, что мы здесь. Им же хуже. Ага, наверное. Кир его знает. Так. Ох-ох-ох. Ох уж эти. Станьте невидимым. Так. Следующий маневр. Давайте приманку. Наложу на цель. Ты. Убери его. Уже на мушке. Контакт! Поднажми! Я. А вот и глаз! Вали его! Мы ранимы! Стоять! Алле-оп! Цель их отвлечет! Так просто не здесь оказался. Ага, повелся лох. Повышен. Так, что это? Подъем делает врагов гораздо более уязвимыми. И увеличивает урон, наносимый силикоидом. Да, не знаю. Силикоиды лучше. Давай силикоид поможет мне в бою. Подъем это просто подъем. Ничего особо. Отвлечь не получилось! Так. Укрыться! А потом вот так вот долбанешь. Так, а ты? Что здесь стал-то вообще? Теперь. Иду! И? Сосредоточьтесь на этой цели. Этот мой! Он пробивает последнее! Назад! Блять. Что с ним такое происходит, блядь? На месте! Берегись! Да иду я. Иду я, спасибо. Не сбавляем темп. Командир, меня подбили. Да помогите мне. Понял вас. Сбегаюсь. Щиты! Сейчас все будет! Сейчас,
Да блядь! Помогите! Держитесь там! Что там, блин, хреново? Держитесь, командир! Сделал все, что мог, командир! Да вы заебали! Блять! Ходу. Глот в деле. Вверх и в сторону. Прикончите его. Сбейте его. Командир, вы в порядке? Я ранен. Командир, ранен! Да вы заебали, блядь! Не сдавайтесь! Мы тут как на ладони! Нам надо что-то делать! Готовы ко второму раунду? Командир, вы ранены? Командир чинит технику! Это готов! Оттяните их туда! Сейчас отвлеку их! Толчок! Пойдали мы! Сейчас рвану! Нужен медик! Нет! Санитар! Я поставлю вас на ноги! Сейчас все будет! Вот так! Спасибо. Че за хуйня? Сейчас будет лучше! Вверх! Уничтите их! Блять. Ломите ему! Бей их! Назад! Навожусь на Т! Не одно, так другое, да? Давайте глота! Сосредоточьтесь на этом! Этот мой! Поднажми! Мы дали мы! Сосредоточьтесь на этой цели! Надо их отвлечь! Это их отвлечет! Эти твари в броне! Получилось! Это мне хреново! Вверх и в сторону! Не сбавляем темп! Так. Толчок! Назад! Прикончите его! Стреляю!
безопасности. Врата с той стороны. Мозаика, да пошел ты нахуй. Скорее, пока никого нет. Так, нам патроны нужны. Патроны нам не надо. Рехнуться можно. Глядите. Башни — это первый шаг. Если их построят, через пару часов начнется полномасштабное вторжение. Так, док. Я у ворот Венна. Вы можете забрать город. Понял. Возьму его и сразу вернусь к вам. Готовьте рейнджер. Нам нужна... Транспорт, идущий вниз, заблокированный. Я ничего не могу... Так я не знаю, это был завтрак или нет, но когда мы... Выходи. Я тебе кое-что покажу. Че? Зачем бежать от неизбежного? Это еще кто? Твои собратья зовут меня... Дура. Помоги всему, что вы думаете. Скажи это своим солдатам. А там есть что? Ну-ка. Ушли. Как
смысле эта борьба? Вниз не получится, но можно подняться. Цели уничтожены. Еще бы, я их уничтожаю, не вы. Теперь. Надеюсь, у вас есть план. Картер, прием! Барнс, мы здесь, на крыше башни. Ты думаешь, что остановишь вторжение? Конечно. Даже сбежать не сможешь. Смогу, что ты? Что ты сразу так иронизируешь? Так, теперь смотри, этого мы убираем, мы не брали инженера, сука. Они два на задании. Блядь. Покажись, фюрер! Ты сам ко мне придешь в свое время. Давай, ублюдок, вылезай! Пахнет жареным! Всем в укрытие! Раз вы понимаете только язык силы. Господи боже, вы видели? Сдвигаемся! Если эта дрянь пробьет на полную, ничего не спасет! От истины не укрыться! Огонь! Ломите ему! Разгоните их оттуда! Сейчас будет лучше! Твоя борьба могла бы вдохновить. Глот! Давай, пускай. Оттяните их туда. Прикончить его. Это твоя цель. Блять. Кончите его!
Я ранен. Нужна помощь! Господи боже, вы видели? Мы еще здесь, фюрер! Сдвигаемся! Если эта дрянь пробьет на полную, ничего не... Так, у кого там чё? Так. Агент-разведчик называет координаты, и вскоре эту зону накрывает артобстрел, не разбирая своих и чужих. Поэтому надо быть аккуратнее. Это, конечно, надо быть аккуратнее. Повторяю! Вы меня слышите? Барнс, забирайте нас. Живо! Аллилуйя! Вы живы! Я на подходе. Сейчас буду. Так а мы взяли, что нам надо? Да, только какой ценой они побеждают. Но плод, который вы добыли, мы сможем отомстить. Так, проникновение на территорию вражеской базы С1, извлечение намеченного секретного объекта прошло успешно. Также место пропавший агент Досильва, ранее считавшийся погибшим, обнаружен живым, однако он заражен патогеном лунатизма. По завершению задания агент отправлен в лабораторию для исследования болезни. Следует представить агента Досильву к награде за проявление мужества, так как он добыл ценные о вражеской базе С1. Были замечены гражданские лица, зараженные вирусом лунатизма. Они входили на территорию базы С1 без малейшего страха или принуждения проникнуть. На базу опергруппа обнаружила, что людей погружают на транспортное средство и увозят в неизвестном направлении. Непосредственно перед эвакуацией опергруппа осуществила нападение вражеский тяжелый корабль класса «Титан» и уничтожила его с применением уставного оружия, что ранее считалось невозможным. Какое-то дерьмо. Дерьмо. Башня еще пересылает людей. Если мы поторопимся, скорее всего, успеем их спасти, пока... Может, скажете, что происходит? Ученые разработали тест, чтобы выявлять шпионов. Проверяем всех на входе и выходе с базы. Этих в карантин. Как жаль Досилву. А, Фолк? Генрих смог выделить отдельный приказ мозаики. Для людей это просто шум. Ну а для чужих... Нечто большее. Начинайте. Есть реакция? Это как-то неправильно. Еще. Я Уильям. Уильям. Картер. Уильям. Картер. Что за хуйня, я не понимаю. Агент Картер, мне горько извещать вас об этом, но... Где Джулия? Пока вас не было, произошел несчастный случай. Что? Чушь. Что случилось? Пожар. У вас в Барлингтоне. Джулия и Ричард. Не годен к службе. Вы пьяны, агент. Идите-ка проспитесь. Джулия. Это ваш третий дисциплинарный проступок, агент. Это ваш третий дисциплинарный проступок, агент. Пустите вы. Да, я тоже. Я спасу их. Пустите. Пустите вы. Да подождите, как так? О, мы очнулись. Да? Ну и как, он убедился, что я человек? Но вы же живы, а? Вроде того. Директор сказал, чтобы вы зашли к нему, когда проснетесь. Не заставляйте его долго ждать.
Проколоть из персонала изолятор мы обратили внимание, то что новая звуковая проверка и благонадежность оказывает неблагоприятное воздействие на лунатиков. Если чужие реагируют на звук и демонстрируют повышенную агрессивность, то лунатики проявляют физиологические признаки стресса и возбуждения, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями. Сейчас мы изучаем эту тревожную связь между чужими и зараженными людьми и, сожалением, должны напомнить зараженным персонал не освобождается от обязательств проверки на благонадежность Терхара. Так. Подачи, Картер. Картер, прием. Меня кто-нибудь слышит? Есть кто живой? Я уже умер. Если так, я ждал чего-то посолидней. Прием. Есть кто-нибудь? Кто говорит? Кто вы? Вот что за хрень была, когда он шел, ему по рации что-то сказали. А ведь даже никто не звонил. Секундочку. Я не тороплюсь. Все равно большинство моих подопечных лунатики. Хуже им не станет. Впрочем, улучшений тоже пока не предвидится. Как там зараженные, док? Состояние стабильное, но жутковатое. Сестры их моют и кормят, но это все, что мы можем сделать. Лучше, чем ничего? Это как палата коматозников. Только все еще и говорят сами с собой. Есть шанс найти лекарство? Мы постоянно ставим опыты, но первые попытки ничего хорошего не дали. Значит, нельзя просто соскрести с них черную дрянь? Мы пытались. Вам лучше не знать, что под ней. Мы знаем, что чувствуют лунатики? Мы пытаемся выяснить. Их нервная система считает это состояние комой. Их телами управляет нечто другое. То есть они откуда-то получают приказы? На примитивном уровне, например, как вы видели, их тянет к башне чужих. И как они эти сигналы получают? Похоже, с помощью силикоидного вещества у них на лицах. Оно контактирует с мозаикой, как регуляторы в телах чужих. Еще один повод найти и уничтожить мозаику. Значит, сейчас вы мало что можете сделать. Пока мы можем только ухаживать за ними и продолжать тесты. Угу. А где врач? Ученый. Так, ну, подскок безопасности. Всем персоналу базы поселка доктор Дежнев разработал эффективный тест, и немножечко могу сообщить, что мы прошли на полный проект персонала базы. Сейчас я говорю, что вы все люди и наш режим безопасности можно немного ослабить. Тем не менее, расслабляться нельзя. Все, кто возвращается на базу, будут подвергаться проверке. Проверка базы оставляет с собой безусловное право проведения выборочных обязательных проверок, как и раньше. Все проекты будут проходить в присутствии двух вооруженных охранников. Благодарю за бдительность. С вашей помощью мы выставим директор Холл. Сраный старый пердун. Да, я слышал, досыпь. Вы все правильно сделали, хотя выбор был тяжелый. Как поживаете, Картер? Бывало и лучше. Все человечество с вами согласится. Ваш приятель Фолк меня чуть не пристрелил. Ха! Не вы первый, не вы последний. Он и меня пару раз чуть не пристрелил. Я серьезно. И я тоже. Это чертова жизнь.
И сейчас на кону не только ваша гордость. Так что не берите в голову. Фолк старается для всего человечества. А если он станет злоупотреблять властью? Тогда я вас поддержу. Но не стоит начинать войну сейчас. Забот и так хватает. Вы видели лунатиков. Что вы о них думаете? Да скверное это дело. Одно хорошо. Теперь они в лазарете, в безопасности. Только вот... Договаривайте. Грех об этом говорить, но лунатики тоже едят и пьют. Если б не они, припасов хватило бы месяца на 4 больше. А что бы вы предложили? Да ничего. Но война затянулась. И скоро придется решать, можем ли мы позволить себе быть такими жалостливыми. Да, у нас только началось-то. Как наши запасы? Очень неплохо. Лишних ртов, конечно, многовато, но нам помогают пилоты Барца. Возят еду и снаряжение с других складов. Ну, может, продержусь. Вот уж не поручусь. Хотя, как я слышал, кое-какие шансы у нас есть. Не без вашей помощи. На сегодня все. Ну ладно, Картер. Удачи вам. Да пошел ты. Бай. Какие вести с полей? Да, все по-прежнему. Орды чужих, плазменные лучи, ходячие машины смерти с другой планеты. Я уже начинаю привыкать. По вашему описанию, все как в комиксе. Только монстр настоящий. Почему Фолк стал таким подозрительным? А он был другим. Он же вообще никому, кроме Анжелы, не верит. Уивер всегда была хорошим агентом. Явно лучше вас. Я, в отличие от нее, не бросаюсь на старика с криками и воплями. Вы свободны. Не представляю, как вас можно было принять за чужого. Может, это была шутка? А когда у меня кто-то... погибал, я не понимаю. У меня никто не погибал, что за хуйня? Еще один заражен. Вильям, можно вас на пару слов? Я хотел поговорить о вашем тесте. Примите мои глубочайшие извинения. Но, как видите, у нас сейчас более срочные дела. Этот человек заражен. До сих пор заражений на базе не было. Может, это очередной побочный эффект вашего теста? Найн, я уверен, что заразу принесли извне. И я прошу вас найти ее источник, не поднимая паники. Этот агент уже почти лунатик. Как вы собираетесь ему помогать, если лекарства все еще нет? Лекарства нет, но есть первый шаг. О чем вы? Я научился определять лунатизм на ранней стадии, до появления симптомов. Теперь мы можем раньше приступать к лечению, или хотя бы поймем, как протекает весь процесс. Значит, очередной тест. Не бойтесь, Уильям. Теперь вы будете экспериментатором и тайным по возможности. Да уж, не стоит пугать народ лишний раз. По счастью. Детектор определяет инфекцию на большом расстоянии. Держите. Проверьте оперотдел, техников, лабораторию, зал совещаний и ангар. Пожалуй, это все. А если я найду зараженных? Отправьте их к доктору Харри. Я буду там, мы постараемся им помочь. У меня чуть голова не лопнула во время теста. Это же ненормально. Возможно, это произошло потому, что вы раньше сталкивались с артефактом чужих. Скажите, что вы почувствовали? Что кто-то хочет пробить мне череп изнутри и вылезти наружу. Я едва не потерял сознание. Да, и вы что-то сказали. Ваше имя или звание? Не представляю. Пару секунд я был как в тумане. Я рад, что вы снова с нами, мой друг.
Вы сказали, что шум на проверке — это звук мозаики. Откуда вы его взяли? Доктор Мир изучил устройство, которое нашли у пойманного шпиона. Похоже, что именно через него мозаика передает приказы. Ими управляют по радио? Не совсем. Но, как кажется, оно создает подсознательную связь с командной иерархией. Вы приказали атаковать. Попросили бы лучше сплясать, что ли? Мы не можем давать конкретных приказов. А насилие вообще довольно универсальный ответ. Мне надо идти. Как скажете, но если вы желаете, у меня есть эксперименты, которые... Нет. Я поищу зараженных, но экспериментов мне на сегодня достаточно, док. Хоть здесь зараженных нет. Агент поддержки может вызывать тяжелый щит. Это на время защитит группу от любого огня. Причем ваши бойцы изнутри по-прежнему смогут вести огонь. Залейте участок земли горящей плазмой, которая сожжет любого. Для большего эффекта загоните в огненное море противника. Мина, установленная инженером, взрывается, когда к ней подходит враг. Установите мины в узких местах, чтобы ограничить передвижение врага, или устройте противнику ловушку.
Парни, подъем. У нас новое задание. Опять будем спасать несчастных старушек или что-то повеселее? Веселее некуда, Кинни. Мы отправляемся в логово зверя. Ну, наконец-то! Лунатики собираются около башни в штате Нью-Мехико. Мы разберемся, в чем дело, а потом вырубим саму башню. А мы от лунатиков точно ничем не заразимся? Лучше думай о том, как попасть в башню живыми. Есть, сэр. Задание будет долгим. Надо разведать обстановку, найти вход в башню, но главное — не выдать себя, пока не будем готовы к удару. Поменьше Джона Уэйна и побольше Джеймса Бонда? Ты читаешь мои мысли. Если повезет, мы найдем лекарство от лунатизма. Если оно существует. Да кто его знает. Но если не надеяться, лучше сразу сдаться. За тебя, Нико. Пусть земля тебе будет пухом. И за тебя, Кинни. Покойся с миром. И за Нильса. Светлая память. И за Эдгара Гувера, за Нью-Йорк, за США. И за Уильяма Картера. А, это за меня, что ли? Куда? Ты знаешь, Картер, я ждал от вас большего. Вы выпили всего бутылку? Даже с нами не поделились. Я пил с другом. Проверьте все и перепроверьте. И еще раз проверьте. Я проверяю условия труда. Вы не представляете, что нашли. Он вас уже нашел? На Мститель пытался пролезть шпион. Шпион здесь. Черт. Он что-нибудь испортил? Да нет. Мы сейчас все проверяем. Но вряд ли он много наворотил. Еще один чужой. Вот черт. Это не чужой, это Картер. На нас напали пришельцы, а теперь и от советов надо отбиваться. Эти коммунисты никогда не сдаются. Агент советов? Здесь? Я поговорю с ним. Вдруг он чем поможет. Вы что, шутите? Красный? Да как только Фолк даст отмашку, его тут же используют по прямому назначению, как мишень. Спокойно, Барнс. Я хочу послушать, что он скажет. Сейчас каждый человек на счету, даже коммунист. Ладно, он в конторе мастера. Но я так думаю, он заслужил только пулю в лоб. Пришли поболтать с Красным? Пустое дело, конечно, но все равно. Удачи. Czemu jesteś tu? Mam jeszcze pytanie. Czy będą tortury? A co? Wam to нужно? Ja думал просто поговорить. Вообще-то я не ожидал встретить здесь Красного. Как вы узнали об этом месте? Wiemy o was wszystko. Jest nas tu więcej niż myślicie.
Целый ваш контрвывяд есть до киту. Да, в этом я с вами, пожалуй, соглашусь. Забьешь мне? Убивать вас было бы глупо. Неизвестно, сколько вы скрывались здесь. Зачем вас убивать? Нам нужны такие агенты. Чужие — это проблема не только для Америки. Для всех. Мыслишь же, Тарас Бендемувил? Естеч слабый. Чисто естеч слабый. Я предлагаю вам сделку. Отправлю вас наверх. Вы сами все увидите. Если я сказал правду, вы работаете на меня. А если нет? Езжайте на ходу. Не так лад, подмухач ми в каше. А вам-то что? У вас будет пушка. Будет, так сказать, относительная свобода. Дальше не мои проблемы. Пойне, муж, и сам забачишь ты шибыши. Я рад, что вы с нами. Не сердитесь, что я подслушал. Вы правильно сделали. Нам любая помощь пригодится. Пришлось повозиться, но, думаю, он будет за нас. Не верьте ему, Картер. Сейчас люди воюют с пришельцами. Русские, американцы, без разницы. Надо вывести его на поверхность. Показать, что у нас устроили чужие. Как скажете. Могу взять его на вылет. Надеюсь, он поймет, наконец, кто хороший, кто плохой. Слышал, Фолк устроил вам веселуху? Ах, обхохочешься. Могло быть и хуже. Меня час продержали в изоляторе, пока чистили после вас испытательную лабораторию. А на вас нападали? Сдаюсь, у вас было хуже. Что вы хотели? Так, что делают с рейнджерами? Поглядел я на эти титаны и попросил поставить рейнджерам новые борта, как у Мстителя. И что это даст рейнджерам? Ничего сверхъестественного. Но они станут побыстрее, помощнее и покрепче. Насколько надежны эти новые технологии? Вот заодно и узнаем. Как выживает Мститель? Почти готов. Если эта кастрюля полетит так же, как на испытаниях, вы даже не почувствуете тряски. Лишь бы до цели добраться. Узнайте у фюрера, где цель, а мы со Мстителем вас довезем. Ладно, пора за работу. Это верно. Дайте мне секунду, я подготовлю нашу пташку к вылету.
Не начинай! Нет, ты послушай. Если мы выиграем войну, все эти... Агент, вам надо зайти в лазарет. Что? Но я совсем здоров. Не спорьте. Отправляйтесь в лазарет. Что у вас сегодня на чертежной доске? Как всегда. Новое оружие, модули для Мстителя и пара задумок на потом, если... когда будем восстанавливать общество. Есть у вас новое оружие? Мы с Мёрфи разобрали по винтикам все, что вы принесли, но скрестить их технологию с нашей не так-то просто. Со Мстителем у вас все получилось. Признаюсь, мы не создали бы Мститель без доктора Уира, а заниматься разработкой оружия ему мешает совесть, насколько я понимаю. Как продвигается Мститель? Медленно, но верно. Доктор Уир показывал нам врата Венна, так что мы поняли, какие нагрузки придутся на корпус, и как следует его укрепили. Странно, что такая посудина вообще летает. О, да. Многократная тяга доктора Дрезнера – удивительная вещь. Если направить всю эту энергию в одну точку, кинетическая энергия будет равна... Я готов обойтись без подробностей. Рано мечтать о восстановлении общества, но мне любопытно, что вы задумали. Да так, баловство. Я изучаю оставшиеся фрагменты семян чужих. Представьте, что будет, если мы создадим нечто подобное. Да, при восстановлении это нам здорово поможет. О, да. Мы могли бы отстроить разрушенные районы, разбить лагеря для беженцев. Доберите больше. Колонизировать бывшие земли Совет. Вы слишком торопите события. Конечно, другие страны могут решить, что продолжается нашествие чужих. Но знаете что, Картер? Из этих семян можно вырастить и бункеры, и укрепления, и... Док! Виноват. Мне надо идти. Удачи вам, док. Да, да, конечно. О, у вас новая игрушка? Послушайте, мистер Карр, винтовка на Эллерии не игрушка. И вообще, мы испытываем оружие для мистера Барнса. Мы же можем использовать оружие пришельцев? Или вы его улучшаете? Все можно улучшить, Карр. Можно найти более ровный механизм переноса, оптимизировать структуру рассеивания. Все. Этого вы и хотите добиться. Умрем, но добьемся. Образно говоря. Что-то мне подсказывает, что в кобуру его не запихнешь. Да, очень смешно. Мы подумаем о миниатюризации после базовых тестов. Мощность тоже уменьшите? Нет, нет. Наши успехи в баллистике и энергетическое оружие врага позволяют создавать оружие по новым принципам. О, так вы совмещаете технологии чужих с нашими, как в Мстителе? Интересно.
И как этот монстр стреляет? Элементарно. Представьте катушку Теслы, разряд которой фокусирует баллистическое направляющее из Эллерия. Давайте попроще. Это молниевая пушка. Похоже, штука полезная. Вам помочь ее испытать? Мы ждали, что вы об этом спросите. Наш лаборант опять испарился. Не в буквальном смысле. Что вы? Нет, такого у нас не бывает. Так вы сказали... Ну да, все готово к стрельбе. Просто нажмите кнопку и отойдите. И смотрите, не испарьтесь. Спасибо, я все понял. Я уверен, вы нам поможете. Полевой агент на испытаниях не помешает. Будьте любезны, нажмите кнопку на устройстве, и мы продолжим. Сомневаюсь, что эта штука пригодится в бою. Опс! Сейчас настрою разряд. Давайте еще разок. Это уже лучше. Удовлетворительно. Но, думаю, это не предел. Еще раз увеличим мощность. Пробуйте. Кажется, вам есть еще над чем работать, господа. Все живы-здоровы? Все живы. Вы это видели? Изумительно. Какое чудо, мы остались живы. Потрясающе! Сержант Росс, как себя ведет пленник? А? Он-то сидит тихо. О чем задумались? Прошу прощения. Так, всякие мысли в голову лезут. Вы, главное, смотрите, не засните. Нет, нет, сэр, что вы? Не зевайте. У вас тут не просто человек. Что случилось? Такого бойца, как вы, пронять нелегко. Да вот, девушка у меня в Айове. Она заботится о выживших на ферме. Она отправляет сообщения каждый день, но... Что «но»? Во вчерашнем сообщении у нее был такой слабый голос. И она нашла на подушке следы черной дряни. Черт. Сочувствую. За ними уже послали спасательный отряд забрать, кого смогут. Может, есть хоть какой-то шанс. Как поживает наш ручной шпион? После беседы с вами он совсем притих. Ушел в себя, можно сказать. И что он там себе думает, поди разбери. Да уж, беседа была познавательной. Я могу еще раз с ним поговорить? Не стоит. А если очень нужно, то только при свидетелях. Они подтвердят, что вошел и вышел один и тот же человек, то есть вы. Все лучше, чем снова проходить тест. Ладно, берите себя в руки и будьте внимательным. Или пусть вас переведут на другой пост. Есть, сэр. Я вас не подведу. И удачи вам. Здравствуй, Уильям Картер. Приятно видеть знакомое лицо. Что-то ты слишком довольный для пленного. Ты тоже. Значит, ты нашел фазовый плоттер. Теперь готовишься к этой твоей безумной атаке? Как тебя зовут? Ты совсем не понимаешь суть мозаики. Когда мы связаны, мы мозаика. Имена несущественны. Теперь ты ни с кем не связан. Как ты себя назовешь? Я не знаю. Никогда не задумывался об этом. Задумайся. Помоги нам победить, и имя тебе пригодится. Ты же знаешь что-то о фюрере. Если мы его прижмем, чего нам ждать? Фюрера? Он примарх. А ты не мелочишься, Уильям Картер. Фюрер, примарх, ты меня понял. Он мудрый, терпеливый. Не случайно мозаика сделала его лидером. Или ты думаешь, это случайность, что твоя планета так быстро сдалась? Не так уж он умен. Мы его выследили. Конечно, вы его выследили. Он заманит тебя к себе, потом убьет.
Это самоубийство, Уильям Картер. Ну что, ты правда хочешь разбить мозаику? Тогда скажи, куда забирают лунатиков и как их вылечить? Не знаю. Я воин, а не ученый. Я даже не знаю, лечится ли это. Да. Не пропадай. А есть выбор? Конечно, нет. Береги себя, Уильям Картер. А что за шум используют для проверки? Там у них какая-то специальная. Вы неважно выглядите. Загляните в лазарет. Зачем? Так надо. Быстрее. Кто теперь возглавит команду Браво? После того, как Досилва... Вы свободны. Не представляю. Как поживаете, как? Бывалый луч. Все, человек. На сегодня. Ну, ладно. Можем хоть как-то облегчить эту участь. Мы не дали чужим объяснить, что на этом. Это уже кое-что, правда? Я почти нашла его. Он так близко. Позвольте мне этим заняться, и я принесу его голову. Людочки. Фюрером займется Картер. Это его работа. Отправьте нас обоих. Никто никуда не поедет, пока мы не узнаем, где его искать. Агент Вивер, я понимаю, что вас связывает с фюрером, но ваши эмоции могут помешать проведению операции.
оказывается, он с самого начала был засланцем. Вовремя его поймали. Сядьте и старайтесь ни на кого не дышать. Но... Бездно. Поберегите силы. А, Уильям, вы нашли их очень вовремя. Что скажете, доктор? Надежда есть? Я физик, а не врач, но я попытаюсь понять, что с ними. Эти три агента были вместе на задании, верно? Да. Возможно, нам это кое-что даст. Если проследить их действия на последнем задании, мы могли бы найти источник инфекции. Или даже лекарства. Или получить очередного лунатика. Риск есть, да. Но можно спасти тысячи, десятки тысяч жизней. Выбор за вами, Уильям. Так, ну что, там еще два задания новых появилось. Или даже уже больше. В общем, короче, там есть ачивки, мне надо всех в отряде повысить до 5 уровня. Это раз. И во-вторых... Каждого профиля взять. Так, операция. Состав. Добавить вот так. Раньше мы такая стрелка. А, снайперка. Так. Теперь, знаешь, кратко. Четыре. Два. И два.
Уничтожение завода, разведка X-Home наружен, если чужие производят десантных роботов. Необходимо уничтожить завод, пока он не заработал на полную мощность. Набирайте команду и отправляйтесь на задание. Что задание? Я иду. Заданище. Без любимчиков. Да, вот все, я взял всех этих всех подряд. И получил за это ачивку. Без любимчиков. Так, что это? Боевые стимуляторы. Окей. Не в первый раз сажусь за линию фронта, но никак не могу привыкнуть, что фронт проходит по нашей земле. И не привыкайте. Лучше подумайте, как добраться до военного завода чужих. Которые эти твари выстроили на главной улице прямо в сердце США? Как такое стерпишь? Мы не собираемся это терпеть. Мы их остановим. Соберитесь, Барнс. Ну и изня здесь была. Может, хоть кто-то из гражданских выбрался? Конечно. И теперь топает к башне чужих. Отставить разговоры. Впереди противник. Да, ебался, закрыли нахуй. Контакт! Они нас не заметили. Хорошо сидят, мразь! Ух ты! Дальнобойная лазерная винтовка бьет очередями с отсечкой по 3. Нажимайте. Сейчас мы режим прицелим. Да мне нравится. Так. Разгоните их оттуда! Пусть побегают! Глот в деле! Нужна защитная сфера! Есть щит! Всем пора взбодриться! Атакую!
Послушайте, Картер, я... Зря я вам всего наговорил. Нет, вы правы. То, что они делают с нашими городами, с людьми... Я был на войне. Только тут-то все хуже. Это и есть война, Барнс. Глоты. Хоть одного они убили. Только не того. Эта дрянь взорвалась. Понеслась. Враг атакует. А вот и Глот. Выбейте их. Зачищаю зону. В атаку. Сейчас прицелюсь в него. Нам пора взбодриться. Выпускаю стимуляторы. Поставьте щит туда! В атаку! Этот мой! Щит поднимается! Вот дерьмо! Ублюдки прут прямо на нас, так? Гоните их оттуда! Пусть побегают! Забрались! Вот и стимуляторы! Тут нужен щит! В атаку! Принято! Есть щит! Меня поймали! Угоните их! Сбейте его! Сосредоточьтесь на этом. Сейчас уберу его. Глот! Вверх! Всем пора взбодриться. Выпускаю стимулятор. Сосредоточьтесь на этой цели. Понял. Oh, no.
приказа! Ставь здесь мину! Мина установлена! В атаку! Принято! Не сбавляем темп! Защиту, сюда! Уже двигаюсь! Они идут на нас! Меняю позицию! Можно войти, где вылез этот здоровенный урод. Идем. Мы внутри. Черт, Картер! Что, правда ничего не боитесь? Стараюсь. Я к тому, что они же все уничтожат. Сперва пускай пройдут мимо нас.